Привет, меня зовут Максим, на серверах Фантайма известен как игрок с ником Облепиха, а также владельцем собственного гранд-сервиса для проведения честных сделок. С недавних пор мы с Фантаймом начали официальное сотрудничество, и теперь дискорд-сервер гарантов Облепиха стал официальным и подтвержденным Фантаймом. В честь этого знаменательного события приглашаю вас поучаствовать в авторском ивенте УФК, где за победу получите крутые денежные призы. Для начала вам нужно собрать команду из 3 человек, где лидером будете вы и вместе с вами 2 тиммейта, а еще лучше из 5 человек, где вы лидер, 2 тиммейта и 2 запасных игрока. Теперь о самом ивенте. Вы вместе с командой входите на специальный сервер за 10 минут до начала матча. Далее ваша команда телепортирует в рандомную точку мира, и у вас есть 15 минут, чтобы развиться и набрать стартовые ресурсы. На наших ивентах полностью перегенерирована руда, и алмазы будет спамиться больше, чем обычно. Также есть у нас специальные рецепты крафтов, узнать которые можно, ведя команду крафт. Уделите этому особое внимание. При крафте и установке телеварки адский нарост будет сразу в ней. Также у нас увеличен шанс выпадения яблок с листвы и кремния с гравия. Лут с мобов тоже имеет бусты. Например, с зомби со 100% шансом выпадает морковь, с курицы перья, а с пауков нить и паучьи глаза. Еще внимание стоит уделить опыту, ведь его падает 5 раз больше ванильного, что даст вам возможность полностью зачаровать броню. Барьер мира через первые 15 минут будет постепенно сжиматься. Вас об этом будет предупреждать надпись в акшн баре. Советую поторопиться, иначе есть большие шансы, что вас задавят барьером и вы проиграете ивент. Если же вы не успели что-то докрафтить или доделать, не переживайте, все на равных условиях и вероятнее всего все что-то не успели. Вместе с командой заранее спланируйте план действий и свою стратегию развития. Также внимание стоит уделить мини-ивентам, которые случаются рандомно в какой-то промежуток времени. Например, вас может встретить метеорит, который, кстати, палит координаты других игроков, левитация, она запускает в воздух абсолютно все сущности, и аирдроп, в нем вас будут ждать приятные ресурсы, а время до открытия составляет 90 секунд. Стоит еще оповестить о правилах проведения турнира. Если команда опоздала на назначенное время турнира, то эта команда сразу же выбывает. Если кто-то из участников команды нарушает действующие правила Фантайма, это тоже приведет к дисквалификации. Поднимай тиммейтов, готовь команду и отправляй заявку на участие в ивенте. А я желаю вам приятной игры и до новых встреч!